С этими людьми в своей жизни сталкивается практически каждый российский мужчина. А от результатов их работы зависит обороноспособность и безопасность государства. Ежегодно в начале апреля профессиональный праздник отмечают сотрудники военных комиссариатов, в народе именуемых просто военкоматами. Спасибо вам за ваш труд. Местами, наверное, где-то трудный, где-то неблагодарный, да, то есть, но в то же время очень важный и очень ответственный труд, благодаря которому формируется вся наша армия. Поздравляю вас. Теплые слова, грамоты и подарки ждали сотрудников военкомата. В импровизированном зале их собралось около 30 человек. Интересно, что абсолютное большинство из них – девушки. Так, посмотрите с виду. Девушки такие хрупкие. Но на их плечах вся нагрузка, в основном вся наша работа лежит на них. В основном они эту работу выполняют, выполняют достойно, честно. Коллектив у нас дружный, всегда поможем, потому что мы работаем все сплоченно, все равно мы все взаимосвязаны отделения. Вот, так же, как и отделение призыва, у нас проводятся и сверки, и так далее, отделы учета. То есть мы все взаимосвязаны. Сегодня в военном комиссариате города Домодедово и Ленинского городского округа трудится 63 человека. И пусть военнослужащими являются не все, но каждый вносит вклад в большое общее дело. По-своему служит на благо Родины. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого.